Одноименному диснеевскому мультфильму под названием Roar of the Beast или Рык чудовища. Любой, кто знает сказку Аксака Ваньки Цветочек, наверняка заметит, что популярный диснеевский мультфильм «Красавица и чудовище» является лишь закосом под эту сказку. А игра, в свою очередь, почти повторяет сюжет мультика. Из этого следует, что игра «Красавица и чудовище» имеет много общего со сказкой «Аленький цветочек». Ну что, уже запутались? Не берите в голову, давайте играть! В отличие от других подобных игр, «Красавица и чудовище» уж точно утрет нос хваленому Аладдину. Она лучше хотя бы тем, что чудовище, кроме того, что может бить волосатые лапы, умеет еще и больно кусаться, что напрочь недоступно Аладдину. И анимация намного лучше. Стоит хотя бы посмотреть на пар, вырывающийся из носа чудовища зимой. Да и сама игра намного сложнее Аладдина. Лично я потратил немало времени, чтобы увидеть конечную заставку. Управляя стражилищем, вы должны набирать как можно больше очков в каждом уровне. Очки даются за успешное прохождение призового уровня и за уничтожение врагов. Интересен сам процесс удара, при котором зверь, получивший по морде, обиженно отворачивается, как бы говоря: «Ну за что, ведь я так добр». В начале игры у вас три жизни, состоящие из четырех зеркал, и одно континио, ни из чего не состоящее. Различные соприкосновения с противниками, так сказать, отгрызают, по-другому назвать затрудняюсь, кусочки от зеркал. Если чудовище потеряет одну жизнь, вам придется начинать этап с той части, где чудовищу обломали рога. Благо, они у него имеются. Итак, далеко в темном лесу, в мрачном замке живет чудовище, одно, не считая слуг, которые, как и страшилище, были заколдованы старухой-волшебницей. Однажды во время ужасного шторма в замок проникли дикие звери и порешили: отныне и во веки веков здесь будем жить мы. Чудовищу это, естественно, не понравилось, и оно решает надавать им по ушам. Играя чудовищем, вы должны пробиться в западное крыло замка и спасти волшебную розу от свирепого кабана. Вам нужно уничтожить всех зверей, иначе они распотрошат твой плащ, твою маску, и чудовище станет просто мертвым мясом. Начитал с кровавых комиксов. Правда, это только начало, ведь вам предстоит еще побегать и по заснеженному лесу в поисках своей возлюбленной Бель. И остановить сагитированных против вас крестьян. И надавать одному нехорошему человеку по имени Гастон. Как только доберетесь до него, начнется великая битва. Вам нужно трижды скинуть его с крыши или очень долго и крепко бить всеми частями тела. Что, кстати говоря, не так-то уж и просто, так как Гастон не стоит на месте, а бегает, тверяя при этом вас здоровенным ножом. Чтобы уничтожить гадкого злодея, чудовище должно быть мастером в бою и отлично знать расположение крыш. Ну а если вы все-таки не дошли до финальной битвы или просто хотели бы посмотреть финальные картинки, не мучая себя прохождением игры, то советую вам приготовить ручку с бумагой к рубрике «Скорая помощь». Но до этой рубрики мы посмотрим еще одну сеговскую игру под названием «Landstalker». Идея ее очень напоминает недавно показанную нами «Defenders of Oasis». Также иди не знаю куда. Я не буду рассказывать предысторию этой игры, а лучше приведу вам список наиболее часто возникающих при игре в Landstalker проблем. Помните, что в ходе игры вам не следует отчаиваться и бросать все на произвол судьбы. Всегда можно что-нибудь придумать и найти логическое решение для любой загадки, которых вам по ходу игры встретится немало. Нельзя все время пользоваться подсказками, иначе вы не получите от игры никакого удовольствия. А когда вы действительно застрянете и у вас не будет никаких идей, руки начнут опускаться, тогда можете обратиться к подсказкам. А ведь есть и такие игроки, которые иначе и просто не могут разобраться с игрой. Им, понимаешь, сразу подсказки подавай. Бывает так, что вы просто не можете найти решение, хотя на самом деле оно находится в свою очередь, у вас прямо перед глазами. Для того, чтобы не заплутать в многочисленных лабиринтах Landstalker, я настоятельно вам рекомендую рисовать карту пройденных участков, так как она способствует уверенной ориентации. Хотя бы по кругу ходить не будете. Правда, если вы все-таки не предрасположены к искусству, в данном случае к рисованию, то очень может быть гораздо больше времени вы потратите на поиск пути обратно из проклятого лабиринта. Два места, которые определенно требуют внимательного картографирования, это зеленый лабиринт и подземные пещеры Казальта. Также неплохо бы обратить внимание на озерное святилище.
все, это про Лэнстока. Не заблудитесь в этих лабиринтах. И после сих действий нажмите указательным пальцем кнопку «Ресет» и приготовьтесь упасть в обморок, ибо вашему взору предстанет удивительная картина, представляющая собой меню, с помощью которого можно поставить любой уровень и посмотреть красивые картинки из мультфильма, завершающие игру. Записали, да? Далее мы переходим к игре Road Rash 3, где вы сможете получить самый мощный мотоцикл и полную сумку денег. Не без помощи нашей программы и этой рубрики, конечно. Вам достаточно набрать либо первый, либо второй код, указанный на экране, и вы можете садиться на супермотоцикл. Ну а чтобы вы не забыли сумку с деньгами, записывайте и третий код, указанный на экране. Успели? Тогда смею сообщить вам, что мы не обойдем и стороной вторую часть Road Rash. 70 тысяч долларов вы получите, если правильно наберете этот код или код второй. Второй код помогает вам в получении мощного мотоцикла Wild Thing.